Позади у магнитогорского металлурга напряженная домашняя серия игр. Впереди непростая поездка в Китай и на Дальний Восток. Домашний марафон «Магнитка» завершила на мажорной ноте в сухую, переиграв тольяттинскую «Ладу». Между матчами пауза в 4 дня, и чтобы передохнуть и перевести дух, совсем немного времени. Пришлось поработать и врачам клуба. В лазарет «Металлурга» во время домашних игр попало довольно много игроков. Был один выходной, а сейчас вот второй день подряд работаем. Готовимся к... Действительно, у нас еще, в принципе, у нас 11 игр в этом месяце, еще 10 сейчас осталось. 7 из них на выезде. Календарь довольно сложный, но... Календарь у нас в этом году, как сказать, очень быстрый, что много игр подряд, что много игр в месяц и через день там много игр. Ну, ничего, вот сейчас мы отыграли с «Ладой». Был у нас выходной, отдохнули, остановились. Там были у нас хорошие тренировки после этого. Вот сегодня хорошо потренировались, сейчас собираемся и вылетаем в Китай. На игру с Куньлунем, там у нас будет день еще на акклиматизацию. И с новыми силами в бой. Достаточно взглянуть на лицо Александра Будкина, чтобы понять, какой ценой даются победы в хоккее. Но и мужество магнитогорцам не занимать. Будкин, хоть и в маске, но уже катается с основной группой. Вместе с другими игроками накануне отлета в Китай тренировались и Сергей Терещенко, и Ярослав Косов. По словам Ильи Воробьева, в восточное турне возьмут всех травмированных игроков, кроме Дениса Денисова. Кто сыграет, будет решено, исходя из состояния хоккеистов. Там ребята, там некоторые только начали кататься, некоторые еще вообще не катались, будем смотреть, но у нас летит с нами фитнес-тренер, поэтому они там будут с ним как минимум тренироваться. Дальний выезд на восток – это всегда сложности. Длительные перелеты, смена часовых поясов, резкая смена климата дополнительно нагружают организм. Во Владивостоке и с недавних пор в Хабаровске маленькие площадки. Приходится перестраивать игру и форсировать скорости. Но есть и чисто бытовые трудности. Там сложности, знаете, там сложности начинаются с самого начала, что, допустим, в Китае у нас только с 2 до 6 утра мы можем или прилетать, и вылетать. То есть это уже сразу там бессонные ночи, поэтому мы... Пораньше летим, да, действительно, на маленьких площадках и игра упрощается до минимума, там этих всех красивых пасов нету, там давление и выход из-под давления, и все, на этом и ошибки, и все. А накануне поездки в Китай «Металлург» оказался в подвешенном состоянии. За сутки лига дважды меняла решение, то отменяя матч в Шанхае из-за мероприятий Компартии Китая, то заявляя, игра состоится по графику. Прежде всего, нам на нервы действовало, наверное, тренерскому составу, менеджерскую, так что непонятная ситуация. Мы бы, конечно, выбрали как трактор, чтобы они у нас здесь сыграли, но из того, что есть, хорошо, что успели сработать, и опять то, что отзаказали и самолеты, и отели, что это опять сработало. Именно Куньлунь станет первым соперником магнитогорцев, и к этому матчу ощущается повышенный интерес со стороны болельщиков. Ведь лицом к лицу в Шанхае встретятся экс-коллеги Илья Воробьев и Майк Кинан. Определенная интрига есть и в матчах «Металлурга» с «Адмиралом» и «Амуром». В составе этих клубов выступают хорошо знакомые болельщикам по играм за «Магнитку» хоккеисты. Возможно, на маленьких площадках во Владивостоке и Хабаровске сыграет Игорь Григоренко. Илья Воробьев не исключил такой возможности, отметив положительную динамику в физическом состоянии нападающего. Но пока все мысли о битве с Куньлунем. В этом году Куньлунь очень хорошая, агрессивная команда, что они, я думаю, там тренер, который был здесь, Майк Кинан, он захочет дать бой. Нам стоит выйти сразу с самых первых минут готовыми и играть с первой минуты до последней минуты на полную силу. Стартовый матч выездной серии «Металлург» проведет в пятницу, 6 октября, с китайским Куньлунем. В воскресенье и вторник магнитогорцы сразятся с «Адмиралом» и «Амуром», после чего вернутся домой.